В год качества в стране утвержденный специальный знак 5 его углов символизирует такие важные производственные показатели, как безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. Порядок присвоения, а также перечень стимулирующих льгот и преференций будет определяться правительством. Если мы подтянемся с качеством своей продукции, слушайте, мы в мире будем незаменимы. У нас все есть. И качество неплохое, но надо лучше до знака качества подтягиваться. Задача каждого делать так, как надо, лучше, чем до этого. Потому что качеством нужно заниматься постоянно. Потому что качество на первом плане. Потому что качество – это успех. Косметическая продукция какая-то, например, Белита, Витекс, Коммунарка. То, что сделано у нас в Беларуси с любовью. Ну и качественно, много вещей, много всего. То, что можно приобрести у нас, и будет качественно. Белвест, мебель у нас хорошая. Ну, в общем-то, есть чем похвастаться. Много у нас хорошей продукции в Беларуси. Высокого качества. Предприятие «Бобруйска» знает об этом не понаслышке. Ими завоеваны рынки более чем 50 стран мира. Лидирующие позиции занимают такие известные бренды, как «Белшина», «Бобруйска Громаш», «Фандок», любимый всеми «Красный пищевик», «Пинск Древ Бобруйск» и «Алмаз Люкс». Первое, что приходит в голову – «Красный пищевик». Это качество, в первую очередь. Что продукты питания, что косметика, что ткани, по крайней мере, ну вот это вот все. Поэтому я думаю, что и за пределами Беларуси нас ценят за это. Мы пользуемся только одним. Мне почему-то это нравится. Больше оно на экспорт идет, насколько я наслышана. Вот. И по качеству, ну я не знаю, лучше, наверное, нету масла. Даже не уступают тем же итальянское, там оливковое, нет. Мы перешли полностью на дериха нерафинированное масло, и рафинированное тоже хорошо. На нем, кстати, безопасно очень готовить. Любая хозяйка согласится, на кухне без подсолнечного никак. Бобруйску повезло, здесь есть свой завод растительных масел. Но самое главное, особенно это важно для тех, кто следит за здоровьем и старается питаться правильно, что на предприятии производят качественный продукт. Бобруйский завод растительных масел производит всю линейку растительных масел. Это подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, подсолнечное нерафинированное для любителей классики, а также рапсовое рафинированное дезодорированное масло. Еще интересный продукт – это купажированные масла, то есть это масла, состоящие из нескольких видов масел. Мы представляем подсолнечно-рапсовое, рапсово-подсолнечное купажированное масло. На протяжении 125 лет на предприятии не только сохраняет, но и приумножает стандарты качества. Теперь этап улучшения. Довольствоваться достигнутым нельзя. На первом этапе у нас нейтрализуется масло, на втором у нас отбеливается масло, на третьем этапе у нас вымораживается масло. И на четвертом этапе у нас идет дезодорация, полностью очистка масла от всех примесей, чтобы можно было применять пищу. Но все-таки качество – это не только про товары и продукты. Оно про все сферы нашей жизни, про работу каждого – управленца, врача, учителя, социального работника, журналиста, научного сотрудника. Поэтому самое время настроиться на серьезный и кропотливый труд. Мы всегда стараемся выполнять свою работу качественно. Хочется, чтобы это всегда было так. Вот качество. Именно относиться к своей работе ответственно, каждому на своем месте, больше ничего. Так же и президент требует. На каждом своем месте относись хорошо к своей работе, ответственно, и все будет у нас хорошо. Это его слова, не мои. Воспитание моих детей, чтобы они как бы выросли достойными гражданами нашей страны. Именно представляли ее как достойные граждане. Качественно должны относиться к работе. На своем рабочем месте каждый человек должен ответственно относиться к своей работе и выполнять ее так, как положено, с качеством. Код качества, я считаю, нужно более тщательно обследовать пациентов и приглашать на диспансеризацию, поддерживать здоровье, здоровый дух. В городе на Березине уверены в личностном росте будущее нашей любимой, которую уже если решили не отдавать, то надо работать на это, начиная с себя. И год качества нам в помощь. Виталий Гаврусев, Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск 360.